В Астану впервые приедет легендарный французский модельер Пьер Карден. Но не только для того, чтобы показать свою последнюю коллекцию одежды. В столице Казахстана маэстро моды выступит в новом амплуа. Он представит премьеру монооперы в собственной постановке. Выступление пройдет в рамках культурной программы «Экспо-2017». Здесь, в самом центре Парижа, напротив президентского дворца, находится сердце империи легендарного французского кутюрье Пьера Кардена, где на 7 этажах расположены и магазин моды всемирно известного модельера, и ателье, и мастерские. Именитый модельер лично проводит нас по залам дома моды Пьер Карден и рассказывает о шедеврах своей одежды, как о собственных детях, с любовью и азартом. Признается, что во всех проектах ему интересны прежде всего люди и сам процесс творчества. О своих платьях, украшениях, шляпках, сумочках и мебели он может говорить часами. Это он изобрел цветные чулки и высокие сапоги, узкие брюки на пуговицах и мини-сарафаны, галстуки в цветочек и длинные пиджаки. Он одевал именитых звезд политики и искусства прошлого века и даже астронавтов НАСА. В Казахстан маэстро привезет коллекцию из 120 моделей, разработанных специально для нашей страны. В Казахстане будет прежде всего показ моды, а мода – это культура. Одежда определяет стиль и этническую принадлежность нации. Мода определяет картину эпохи и обычаи страны. Если вы военный или врач, то ваша униформа – символ моды. Она определяет ее национальность. Но культура – это еще и магия, создающая дипломатические, политические и коммерческие отношения. Я люблю свою работу. Благодаря ей я побывал в столицах Австралии, Бразилии, России, Китая и Японии. В Астане мы покажем и нашу монооперу «Дориан Грей», которую я поставил вместе с Родриго Базиликати. Все те люди, которые знают, что такое «Дориан Грей», этот спектакль, Скал Уайт, который написал, это, пожалуй, одна из самых таких, ну, как бы сказать, скорее всего, философских просто историй. То, что не всегда красивое может сделать приятное. Есть красивое, которое может изуродовать и вокруг себя, и самого себя. На сцене два артиста. Певец и его тень. Которые, в общем-то, они оба замечательные артисты. Музыка написана Даниэль Мартини. В Казахстане кутюрье был только раз, в Алматы. Идея посетить Астану родилась 2 года назад, во время одной из встреч с послом нашей страны во Франции Нурланом Даненовым. Казахстан – новая и современная страна с нефтяными и ископаемыми ресурсами. У вас есть молодежь, готовая работать для своей страны, чтобы гордиться ею. Я желаю процветания и всех благ вашему народу. Астана – это теперь столица. Столица именно Казахстана. И самое главное – Дубай плачет. Вот хотите или не хотите, Дубай плачет, вот и все. Потому что настолько красивый город, настолько замечательный, браво. Вот только вот всем приходите на наш спектакль, приходите, вот увидите, это замечательно. Представление монооперы Пьера Кардена «Дориан Грей. Безжалостная красота» будет идти в Астане ровно 3 дня, с 1 по 3 сентября. Жанна Терны, Жомарт Ахметов, Хабар 24, Париж, Франция.